Пока все школьники отдыхали на весенних каникулах, они учились в школе молодежной дипломатии МГИМО. Ученики первой Чебоксарской гимназии вернулись с сессии в Австрии и Подмосковье. С ними встретилась наша съемочная группа. Понимаете, надо тогда определиться, мы в карты играем или серьезными делами занимаемся. Это покер или это международные отношения? Льву из 8 класса нравится неординарная манера официального представителя МИДа Марии Захаровой. Я подписан на нее в Фейсбуке и читаю ее публикации. Также мне нравится, как выступает и как ведет свои переговоры. Это наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Его старший однокашник, десятиклассник Дмитрий, чаще всего берет в библиотеке пособие по истории России. В этом году молодые люди смогли увидеть, что такое дипломатия не только в интернете или книге. Они прошли отбор и побывали на сессиях Международной школы молодежной дипломатии МГИМО. В рамках Международной школы молодежной дипломатии я посетил Вену и прошел недельный учебный курс в Венской дипломатической академии. Помимо выездных сессий за границей, занятия проводятся и на базе в Подмосковье. Там этой весной побывала десятиклассница Екатерина. Для меня дипломатия – это искусство вести переговоры, искусство убеждать человека, настаивать на своей позиции. Ученики первой гимназии регулярно участвуют и в региональных сессиях. В Чебоксарах есть официальное представительство. Школьники учатся вести дебаты и переговоры, пробуют находить компромиссы в спорных ситуациях. Конечно, дипломатами станут не все, но умение аргументированно объяснить, почему не стоит дергать одноклассницу за косичку, лишним не будет.